Всім привіт, з вами Ігор і добро пожаловать в моє нове відео. Якось грустненько, я от приїхав у Харків і, можливо, це одна із моїх крайніх поїздок сюди, тому що неізвісно, коли я вернуся, типу, останні діла свої рішаю і коротше, уїжджаю непонятно куди. Але це все в будущем. Зараз піду зустрінуся з Альонкою, ми не бачилися півмісяця, може, чуть-чуть більше. Скучив я. А ми зараз з вами йдемо на зустріч до Альонушки. Надіюсь, вона буде рада мене бачити. Ти хочеш заснити? То, як ти рада мене бачити. Взагалі, я ж казав. Там заснімав день назад. Учора? Ну, так. Ну, кстати, да. Як ти за кошку мені махала. Воздушні посилала, да. У Альонушки це... Оказалось, вахтерша добра пустила нас в общажку. У них тут уютненько. Кстати, на мене всі обиделись, писали, типа, если показываешь, что там жопа, то хай буде жопа, або вообще не показывай. Я просто вам покажу секундное отражение. Жопа была вся. Моё? Ладно, слишком много інтима. Привіся і думаю, мені, мабуть, стоїть оставити уса. Да? Кажу, мені, мабуть, стоїть оставити уса. Ні. Чого? Ні. Подивись, які вони. Ні. Тобі не подобаються мої уси? Ладно, уса я хочу оставити. Красиво. Спасибо. Ми, короче, наконец-то собрались. Ты у меня, ты не был. Да, я не знаю. Я посниму? Я говорю, бывать, можешь что-то рассказать? А что мне сказать? Не знаю, что ты думаешь? Хочу, чтобы люди были менее злые. Да, ты богато хочешь. Что-то попроще. Чтоб ты обулся, пожалуйста, давай. Я ко мне обуть. Да уж, кто тебя там видит, тот скажет. Вот. Человек зациклен на своей внешности, кстати. Вот тут ему выдавило, как я так пойду, да кому ты нужен, кто на тебя глянет? Глянь, надавила. Ну и что, звезда во лбу, как у индусов. Ну что тебе смущает, я не понимаю. Ты сказала, что ты не любишь индусов, она тебя напрягла. Ну, у тебя никак у индусов. А что там? Китер. Нет, китер тут. Куда мы пойдем? Сейчас узнаем. Идем опять кушать? Давай вот так. А, тут красиво, кстати, моя. Хорошо, что мы не пошли днем. Мы сегодня днем, у нас такая ужасная жара была. Подосим 30. Сейчас дайте. Чем мы займемся дальше? Идем кушать? Как всегда. Ну, а что может быть лучше, кроме... Алкогольные напитки пить? Хорошо. Алкоголь це зло, я пішла за алкоголем. Жесть такая, тяжелая. Вже сказав, як алкоголик. То есть нахожу вечно от матки. А я тобі завжди казав це. Нет, я не алкоголик. Любитель. Давай не на публику выяснять это. Я не любитель. Не алкоголик. Я ценитель. Хорошо. Stop your crying, it's a sign of the times. Welcome to the final show. I hope you wear your best clothes. Это лучше, чем ваши там всякие секты, поняли? Ну, конечно. Приятного аппетита вам. И мы поговорим. Так будешь со всеми, кто не лайкает твои видео. Нет, да. Кусь. Приятного аппетита. И вам дам, если вы кушаете. Мы такие люди тусовщики, что, короче, только что накушались, как звери, под ножки дивися. И, наверное, сейчас купим... Купим водички і підемо додому. Або, може, чуть-чуть алкоголя. Так спати вже хочеться. Це старость? Ні. У мене вже теж. Старбоша, правда.
все кухати. Ну розкажи, як ти лошадку. В общем, лошадка. Там зіносик, там, ну, мягенько. Ну там, где вот эти вот губы, там вообще такая мочалка, мягкая, как будто вот, ну знаешь, когда мочалку жеваешь, mm-hmm. вот такое ощущение, она еще тепленькая, она еще так сделана, у меня ну большая, никто не думал. Я давно, кстати, не валила лошадей. За жопу меня трогаешь? Да. Извращенка. Хватит! Мне все равно. Так, хватит. В общем, слишком старый для цього дерьма. Ховаєш попку? Для цих всіх тусовок буду лягати спати, да? Загадку. Хто вміє цією херньою пользуватися? Ну, це понятно і дураку. Вот, включив я. Ну, в принципі, я знаю, для чого вона може понадобиться зараз. Для такий. Понимаешь? А? Кажу, плитка хороша. Вот таким быть. Ну хорошая ж. Ладно. Доброе утро. Не помню, чем все вчера закончилось. Не, вообще помню, но. Сказал, что ложишься спать. Мы пришли спать? Да. Мы пришли спать. А сегодня доброе утро, и значит. Мастер-шеф с Игорем. Чайник включенный. Молоко. У нас будет хлопья с гаражом. Яке молоко? А не, не с гаражом будет? Я думал, ты на уроки сейчас. На урок. Алкоголь – це зло. Надо уметь расставаться с алкоголем. Я так не умею готовить хлопья, вам, значит, крупно повезло, потому что вы попали на мой канал. Такого больше ніде не покажу. Чем берем тарелку? Там просто Аленка с голова сидит. Я с собой. Там годно мені. Я не стесняюсь. Ты сказал голая, как будто полностью голая. Так полностью. Ну уже все замерили, что не полностью. Не полностью. Тебе вилка чи ложка? Конечно вилку, ты о чем? Я знал. Кушац. Очень приятного аппетита. Сейчас мы кушаем и идем на ці. Алена йде на уроки, отведу дитину, а я піду в універ. Ми нікуди не пішли, Альонка прогулює школу із-за мене. Погано влияю, да? А казать, да? Це? Що? Скільки ти мене взяєш? Ладно, пішли ми ізучати другі ці. Ладно. Іди обніматися.